Окей, okay, сумешмики, мы продолжаем проходить игру под названием Ori and the Wildlord of the Wispa. Да. Это у нас вторая часть Ori. Если вы помните, мы уже увидели нашего первого босса, так сказать. Немножко с ним сразились на факелах. И теперь у нас с вами есть духовный меч. Кажется, он так называется. А что? Предмет для заданий. Вы первый камень-ключ. Ваш первый каменный ключ. Это всего какие вообще есть предметы? Что вообще? Ладно. Поищем, я пойму. О, так это как колючки, да? Ага. Ну блин, она не сама собирается. Так, подожди, мне нужна карта. И мы будем смотреть по карте. Что я могу сделать? Ну, мне, да, типа, предлагают наверх, но я хочу вниз ходить. Хм. Ау. Так, нужно запоминать эти моменты с врагами. Магнит, вы получили новый осколок духа. С ним вы притягиваете сферы издалека. Для использования нажмите Tab. Так, всего я могу осколков 3 использовать. Там я видел 3 из 8 было. Значит, всего 8. Следующий уровень. Вы притягиваете сфер с огромным расстоянием. Их можно прокачивать. Лол. Блин, главное не подохнуть пока что. И желать... Блин, карта, да, вот немного неудобная. И желательно сразу смотреть, что у нас есть. Свет тебя слушается, значит, ты и вправду дух. Мы, Моки, думали, что духи давно покинули Неве. Навсегда. Пока-пока, духи. Ты кого-то ищешь, а мы знаем того, кто поможет найти. Великий, великий заросли. Дик, хранитель утопий. Кволок поможет тебе отыскать путь. Ага, спасибо. Но прежде чем пойти в ту... часть, мы следуем полностью эту часть. Мы вернемся обратно, если там можно куда-то. Ну вот, задание, найдите Кволока. Ладно. Пока забьем на карту, потом... Да, притягивается. У нас этих сфер много, но... Я думал, зависла игра. Я уже подумал, круто приземлился. Давайте направо. Так, мы дамажим по 4. Ой, здесь нужно... А, да ладно. Я могу атаковать вверх, я могу атаковать вниз. Ага, здесь мне нужен, типа, двойной прыжок, да? А могу ли я... Сейчас я хочу проверить. Если я просто в воздухе буду драться. Смотрите, если взять нормальную высоту, вот отсюда зацепиться. Сейчас попробую. Опа, колодец духов.
Свет из колодца можно найти в разных уголках Нивена. Он лечит, исцеляет. Нажмите, чтобы активировать этот колодец духов. Единица. Зачем они так все усложнили? Нормально все было. Ну а как? Как мне использовать систему духов? Ну, я думаю, вы примерно поняли, что я хочу сделать, надеюсь. Бля, сейчас. Потому что 4 удара нам как раз и хватает для этого. Блин, ну, мне кажется, там не реально. Ладно, здесь нужен двойной прыжок только. Пока не будем, если что, потом, как обычно, без записи дойду до этого места и посмотрим. Окей, пока что сюда. Вниз. А, не, нормально. Блин, хотя нет, подожди, это обратная дорога. Пока что нам сюда. Ладно, фиг знает. О, это... А, нет, тогда были мартышки, да? Это богомол. А, видите, а их не заспамишь. Просто так. Их просто так не заспамишь. Окей. Карта тупо. Можно на М? О, на М работает. Чтоб сразу открывать. У меня этого света до хера, почему я не могу прокачаться? Вот снова, у меня просто игра зависла. Это типа такая прогрузка или что? Ну это обратный путь, окей, значит нам сюда. О, да, тут что-то есть. Что-то я полезное нашел. Двойной прыжок. Вы освоили новое умение. Нажмите пробел, и чтобы подпрыгнуть, если мной смейтесь. Серьезно? Мне уже новый. У меня уже двойной прыжок есть. Как-то быстро. Клей. Вы получаете навык. Так, осколков духов. С ним вы прилипаете к стенам. Для использования нажмите Tab. А, теперь. Это полезная вещь, слушайте. Двойной прыжок теперь у меня есть. Просто бомба. Так, там точно ничего не было. Ну, в принципе, нормально. Бац, бац. Ой, чуть не упал. Да не, ребят, с двойным прыжком здесь будет. Поверьте, камильфо вообще именно мне. Так, здесь наверх подъем есть. И? И? Ну, здесь проход где-то. Ладно.
Залезу туда с другой стороны. Ну да, так они мне по полной ячейке наносят. Ну вот, 4. Там тоже есть ячейка, которая мне необходима. Ребят, я понимаю, что мы не идем к заданию, но мы с вами сразу изучаем то, что здесь можно изучить, по крайней мере. Если дается такой шанс, почему бы нет? Почему бы и нет? А, это камни теперь здесь сделаны. О, обидно. Так, здесь у нас ничего. Внизу, да, есть проход. Да, так туда не попадешь. Да, без двойного прыжка здесь тяжковато было бы. А, не вы, подождите, мы за ним пошли, потому что... Похорониться. Где прокачка? Так, ну фонтаны, по идее, работают как... телепорты, если я правильно понял. Если я правильно понял. Тут-тут-тун. Вот снова. Что за фрезы? Да, я здесь был, я понимаю это. Подожди, а там что-то мы находили, да? Или я здесь находил? Я какой-то... чей-то домик находил. Я не помню, просто здесь это было или нет. Это не здесь. Здесь мы магнит нашли. Ладно, я проверил зато. Ага. Так, ты можешь сломать мне? Не сломал. А я ожидал. И здесь стенку не открыть. Пока что. А не, теперь я могу ее открыть. Легко. Так, ядовитые воды. Ядовитые воды, здесь наверху тоже что-то есть. Раз. Даже она отображалась или нет? Но не суть.
Я не знаю, что-то за... Так, к нему лучше не подходить на близкие расстояния. Так, это, если что, обратный путь, да, у нас? Ага. Фрагмент ячейки жизни. Вы нашли фрагмент ячейки жизни, поищите еще один, и ваш максимальный запас жизни увеличится. А-а-а, то есть здесь не как в той... в первой части, что ты одну находишь и все. А здесь нам нужно, ребят, находить две, чтобы создать лишь одну ячейку. Ну тогда... понятненько. Тогда на самом деле сбалансировано. Мне интересно, когда я смогу улучшение использовать. То, что я прокачал, почему я не могу его еще использовать? Вот это прикольно сделано, что оно шевелится. Ага. Ага. Короче, все такие стены нужно избивать. Фрагмент я не смог забрать, потому что там закрыто. Но... хотя мы сюда все равно пойдем, когда получим способность эту. Так, нам говорят идти в правую сторону, но мы с вами пойдем в левую сторону. Так, ты дух, что ли? В таком случае, трепещи, дух, перед тобой мог храбрец. Знаю, неубедительно, но я и правда храбрец. Ну или мог бы им ставить, будет у меня трофей. Например, ну, например, череп воя. Или клык. Если череп тяжело тащить. Я слышал, как вой сражался с кем-то на востоке. Может, он там и клык обронил? Нам... так, немного... чего там? Так, немного отвахи. Моки хочет продемонстрировать друзьям свою храбрость. Принесите ему клык воя. Задача. Разыщите клык воя неподалеку, так награда. Я получу фиолетовый камень. Вы мне скажите, когда я смогу это прокачать? Ну, то, что я зарабатываю. Так, без рассудства, вы получаете новый осколок духов. Так, с ним вы наносите и получаете больше урона для использования, нажмите. А, то есть я получаю еще больше. Что это значит? А... что значит плюсик? Так, вы наносите и получаете на 15% больше. Что? Ладно. Ну, типа, я буду получать больше урона. Ну, слушайте, если я буду по 8 наносить... на самом деле это неплохо. Восстановление. Вы освоили новое умение. Привяжите его к кнопке E, R или так. Удерживайте
тогда вы сможете получить жизнь при трате энергии. При трате энергии. Ну, давай ты будешь на R. Трачу энергию. Подожди, ты только мне ХП восстанавливаешь? Так, восстановление. Нужна энергия. Вы исцеляете энергии. Я понял. А, смотрите, а в воде я драться не могу. На, как здесь все? Так, давайте по... Что это? Магазин? Ладно. Пока что бежим чисто влево. Ну, теперь я наношу по 5 урона. Здесь где-то спрятанный механизм. Вон на что. Подожди, мне нужно понять. Да, мне сюда. Так, ну нужно тогда, если так, врагов контролить. Я получаю теперь по 12 урона. Ну, блин, это незначительно, на самом деле. Но для врагов это значительно. Типа, моя атака теперь. А давай я им больше наношу теперь. Поэтому им со мной все равно считаться придется. Готово. Вот и все. Да, у меня нету факела. О, игра сохранилась. Но я не могу забраться туда, где вот, допустим, сюда. Я не могу. Да ладно. А, не могу, все нормально. Так, горлевая руда. Вы нашли руду. С ее помощью искусный мастер может что-нибудь починить. Опа. Починить. А есть смысл куда-то идти? Ну, типа, что я иду не по цели. Я имею в виду. А ну-ка. Типа, anyway, мне нужно сюда, в пустыню. Ну ладно. Оу-оу-оу, я понял. Р. Опасно. Я понял, что лучше туда не идти, потому что я, походу, здесь вот так обойду. А я за эти цепляться не могу. Сорян. Поэтому, да, это пока что территория для меня выходна. Хотя я могу наверх пойти.
Кто-то может сказать, это для меня тоже невыгодно по факту, но... Ага. Допустим. А, то есть я полную ее восстанавливаю. Я думал, я типа половинку восстанавливаю. Ау. Не, если я типа фул восстановление происходит, тогда нормально. Ух ты ж я. А энергия... Я немного механику не пойму от песчаников. Ну это типа арена была, я понял. Сложно. Теперь я знаю, что здесь даже такое есть. Но это, наверное, того стоило? Договор с жизнью. Вы получили новый осколок духа. С ним вы можете тратить жизнь на заклинание. Когда кончается энергия, для использования нажмите Tab. Но я не знаю, типа, если здесь магия настолько ценная... в обмен. Ой-ой-ой. Ладно. Я, короче, понял, нужно возвращаться. Как бы то ни было круто, а я не могу почему-то прокачать. Наверх мне пока что туда не по... А, и тут я тоже не поднимусь. Я могу только сюда вернуться. Потратить на это время. Не хочу с ними просто драться. Ладно, так уж и быть. Но они бесполезны пока что. Так, что здесь у нас? Погнали сразу к жителю, то скорее всего тут у кого хотя бы что могу делать. Так, мы здесь впервые огонь, да, получили? С Люпо. Приветствую, я Люпо, выдающийся картограф. Ну и буря тут разбушевалась. Жуть, у меня аж карты промокли. Адам за полцены. Говорят, ты ищешь пропавшую подругу.
подругу. А для поисков тебе понадобится карта. Не желаешь приобрести карту этих бесплодных болот за 50... Это как в... Как он называется? Hollow Knight? Там тоже мы покупали из-за души. Благодарю. Карты. Только мы так сначала искали карты, потом приходили. Нихера, это подожди, это только топы. Ничем... Так, нельзя верить. Ничему. Вот, например, ты, эти топы зовутся чернильными, так? Ну, я решил набрать тут воды, чтобы чертить карты. Только хорошую бумагу зря извел. Ну как тебе этот печатный путник? Он зовет себя Током. Когда-то Ток был замечательным картографом, пожалуй, лучшим из лучших. Он многому меня научил. Правда, слишком любит слухи, да легенды. Застрял в прошлом. Я вот считаю, что за составляющую карты будущее. Ты уже мне поверь. Я своим уставшие карты на растопку пускаю. Я понял с ними, короче. Короче, это картотеки. Вот это типа... Да, пока что тут не пролететь. Но не вы, да, я могу туда сейчас полететь. Так, стойкость. Вы получили новый осколок дух. С ним вы получаете меньше урона для использования. Нажмите Tab. Получать меньше урона? Ну, блин, хотя на самом деле 4 дамага это не так много. Поэтому давайте я, наверное, поменяю их. А хотя там сколько? 10 меньше урона. Да. А, пускай 1% будет у меня. Мы пока челику помогаем... Ой, стой, лучше сюда не идти. Надо сюда вернуться. Там very big location, на самом деле. А, сам подбор тоже нормально. Так, где-то здесь неподалеку мы впервые встретили волка. Ну, Воя, да? Его Швой зовут. Ну, в принципе, да, и по мне урон тоже довольно хороший приходит. Так, плавать мы еще не умеем. Плюс воды еще плохие. Ем. Понимаю. Светлые озера. По звукам. Да, да, да. Фрагмент есть. Так, летать я пока что не могу, поэтому мы тоже отсюда валим. Мы идем туда, куда я могу пока что пойти. Там дорога закрыта. Здесь я должен либо научиться плавать, либо я должен... Блин, я просто клык хотел парню принести.
Просто я помню, что мы где-то здесь примерно проходили. Что за макака? Хочешь полюбоваться видами? Красиво, правда? Родник во все свое великолепие. С тех пор, как колесо старой мельницы остановился, пришло и ушло целое поколение моки. А еще говорит, что внутри целое... Крик. А оно то, что здесь забыл. Почему же оно... Так, покинул гнездо, может ей что-то угрожало? Уж точно не ты. Ты и мухи не обидишь. Кстати, это надо исправить. Тебе повезло. Дело в том, что я оружейный мастер. Не желаешь отучить свои навыки? На первую покупку действуй скидкой, так что выбирай с умом. Опа-на. Так. Турель. Нужна энергия. Рядом с вами появляется сфера духов, которая атакует врагов. Это из первой части. Звезда духов. Вы бросаете перед... Так, вперед звезду. Она возвращается к вам. Пламя. Вы поджигаете ближайших врагов. Удар духа. Вы наносите врагам мощный размашистый удар. Шип. Нужна энергия. Вы запускаете мощное светлое копье. Для этого нужно много энергии. Я знаю, на что потрачу. Используй навык с умом. Получить следующий будет куда сложнее. Если захочешь проверить себя, здесь неподалеку есть святилище духов. Там можно показать, чего ты стоишь. Мы с тобой еще встретимся, а до тех пор держи оружие наготове и не спускай глаз с неба. Так, чернильное святилище, новые слухи. Подожди, а как мне посмотреть слух? Ага, слух. Офер утверждает, что в чернильных топях у входа в лощины Кворла есть святилище. Значит, ну здесь, подожди, здесь только одна локация и все. Ладно, давайте я тогда думаю, на этом мы с вами закончим. В следующей серии мы продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.